Приветствую вас, господа, с вами Риба. Сегодня у нас продолжение игры под названием Кенши. Как вы помните, когда мы начинали с вами на стриме, мы были такими, знаете, униженными врагами. Рабами были. Прям вот просто кое-как, вот прям вот кое-как сбежали. И, как вы видите, Шатунец и Тенгу все еще живы. Они прокачиваются, но самое-самое такое, знаете, упор я сделал пока что на Шатуна. И вы даже, наверное, смеяться будете, как увидите, что я ему качаю. Я ему качаю падающее солнце, у которого украл там. Я не помню, у кого я украл это оружие. В общем, да, вот такие вот у нас навыки. Конечно, не прям айс, но он живет. Он живет. То есть катана у нас 58. И тяжелое вооружение, тяжелое оружие 52. Боевые искусства пока я не качал, так как я хочу ловкость довести как минимум до 70 уровня. Может быть, даже до 80-го. Все-таки ловкость влияет на искусство боевых искусств. Вот так. Вот такая вот у меня тавтология. Итак, чем будем заниматься? Нам надо сейчас сбагрить кое-какой товар, который я незаконно приобрел. И если меня сейчас в Адманге, да, где я нахожусь? Адмаг. Если меня в Адмаге попытаются проверить сумку, то это будет очень плохо. Ну, придется тогда дать взятку. Я хотел как раз здесь и спихнуть этот товар. Краденое, не краденое, все такое тому подобное. Что, чем мы будем заниматься? Мы пойдем вот сюда. Столица людоедов. Ребята, попытаемся забрать. Я просто до этого ходил на разведку. Меня там чуть не убили. Я решил, нет. Мне там будет рано. Пойду подкачаюсь. Короче, подкачался на всяких бандитах и все такое. А после уже пойдем в столицу людоедов. Там чувак, кажется, шаман людоедов, так называется, я его видел. За него платят либо 30, либо 40 тысяч. То есть, если мы его возьмем в ручки, да, то есть в живых. Доставим его к шейкам, либо к святым нациям, либо союзные города, то нам дадут бабки, и мы еще улучшим с той фракции, кому мы это дело сдали. Понятное дело, вот к нацистам мы ходить не будем. Святая нация, она по умолчанию нам враги, они. Союзные города так себе, а вот мне шейки больше симпатизируют, поэтому мы сейчас попытаемся доставить людоеда, если, конечно, мы сможем, если нас там не зажарят, не запечут, не сделают из нашей картошку с мясом. То мы получим деньги, у нас уже 71 тысяча, да? Кстати, касательно денег, давайте в улей, наверное, сгоняем, продадим еще кое-какие шмотки, потому что у меня небольшой перевес есть, у меня 107 из 95. Итак, кстати, вот здесь мне пытались спихнуть тот самый фонарик, который очень дорогой. Я сказал, пошел в жопу, и на меня обиделись. А вот, кстати, вот он. А, давай торговать, человек. Давай, муравей. Давай, будем с тобой торговать. Нам нужно сначала бутергроб. Продать? Нет, я его продавать не буду. Представь, да, есть бутерброд, а есть бутергроб. Мне название прям, ну, очень нравится. Ремонтный ремкомплект скелета. Шанс быть 100%. Как раз мы это дело продадим. Почему бы и нет? Тикл-дык и все такое. Погнали дальше. 90 тысяч, 90 тысяч. А что мы можем у них купить? Ну, ножки, это крылышки, все такое. Но у нас пока протезов нет, как вы видите. Возможно, чуть позже мы, конечно, придется нам приобрести протезы. Без этого никак. Но чуть позже. Потому что протезы все-таки, они намного лучше. У острова Тумана, через них пойдем, да, прям. Или пойдем, давай, давай прям вот к людоедам. Я не знаю, через чего мы пойдем. Кстати, тапки. У меня есть тапки. Я сейчас быстрее буду передвигаться, если эти тапки одену. Хорошо. Не, давай сюда. Во, 89 из 95. Чего? Безродный? А, здесь же город. Как раз здесь бип, кажется, да? Если мне память не изменяет. Ну-ка, подойдем поближе. Стражница. Эй, парень, недавно тут? Ты должно быть сильнее, чем кажется, если добрался до города в целостности. А здесь как-нибудь можешь заработать денег? В данный момент нет. Работу расхватили. Возвращайся через пару месяцев, а? Что ты можешь рассказать об этом месте? У людей нет привычки сюда наведываться. Если тебе повезло хотя бы добраться до Безродного, ты застрянешь в Безродном. Плюсы: в этом городе тебя никто не найдет. Это, конечно, если тебе есть от кого прятаться. В основном тут находятся изгои и бывшие рабы. Застреваю здесь, значит, какие советы по выживанию? Если остаешься, веди себя тихо. Если уходишь, не гиблых дворов вообще лучше избегать. Мгла имеет свойство проглатывать путешественников, если можно так выразиться. Понятно. То же самое можно сказать о пойме, что на севере. Эти, если выберешься из мглы,
конечно, люди, которые идут к пойме, не возвращаются они. Что случается с людьми? Никто толком не знает. Некоторые считают, что это какие-то злые духи, а если другие, кто верит в проклятие мглы, люди теряются. Теряют рассудок и умирают от голода. Жестко. Местные те, которые не потеряли разум, не говорят они о тумане. Понял? Ну, похоже, я застрял тут на совсем. Нет, вряд ли я тут на совсем застрял. Верно, попал в безродный, застрял в безродном. Нормально, а что я ходить не могу? Вот, ходи. Где-то тут бип ходит. Ой, подожди, я в обратную сторону пошел. Давайте попробуем найти бипа. Насколько помню, он в этом городе. Итак, что мы тут видим? Мы тут замечаем крематорий. А что, интересно, в магазинах здесь продают? О, бип, бип, смотри. Бип пришел. Бип, бип. Он за мной ходит, смотрите. Бип. Блин, обожаю бипа. Че ты хочешь за мной? Бип, бипок. Бип. Бип, Искинч, бип. Бип. привет, бип. Многоточие. Как ты? Как ты узнал мое имя? Говорит. Просто ты сказал бип без причины. И я решил, что ты, наверное, представился. Так ты, значит, что-то вроде гения? Да, так и есть. Могу я к вам присоединиться? Я хочу стать сильным. Стать мечником. Он мечником хочется. Запомните, да? Надо ему дать меч. Ну, я имею в виду катану, наверное, да? По виду ты не очень силен. У тебя даже оружия нет. Какие-нибудь навыки у тебя есть? У меня ничего нет, говорит. Меня изгнали из улья. Просто за то, что ты все время говоришь бип. Я ущербный, не гожусь для улья. Но бип не сдается. Бип сильный! С тех пор, как я покину улей, я чувствую, что мой разум меняется. Как я думаю, я чувствую себя свободным. Появляются мысли, которых раньше не было. Я хочу свободы. Но куда бы я ни шел... Все пытаются меня убить или догнать. Нормально. Ну, бип, это кинши. Тут все тебя пытаются сожрать. Бип устал от беготни. Пора самому вырать всех, кто за мной гоняется. Вздох. Еще одно слабое ничтожество. Сколько же ты хочешь денег? Денег? Я не знаю, что это значит. Добро пожаловать в команду, бип. Бип. Так, его надо одеть. Одели мой бипа. Очень хорошо одели, даже вот доспехи самурая, мастерский класс. Посмотрите, какой у него, ребята, перевес 102 из 20. Конечно, еще орлиный крест, правда, я не знаю, какие для него боеприпасы нужны. Кажется, простые болты. Ну, не тот болт, от которого вы подумали, а реально болт хороший, нормальный болт. Вот. Также ему дали очень много еды и прицепили его за каким-то чуваком, чтобы он ходил за местным жителем. И знаете что? Да, он уже начал покачивать силу. Сила у него была минус 1, то есть 0. Была сила, сейчас уже в пятерочку. Это очень хорошо, сила ему нужна, ну, рано ему еще выходить за пределами всеми этими делами. Ну, тем временем, шатун наш уже почти добрался до столицы людоедов. Кстати, я через... Что там? Трупирные какие-то... А, о, пурпурные пески, ёптать. Вот, пурпурные пески. Кстати, вот здесь у нас есть как... Мы мимо руин идем. Ну, посмотрим, что это в руинах тут находится. Главное, здесь... Люля не получить. Люля, кебаб. Ух ты. А, здесь какие-то вкусняшки же мы можем получить. Ну-ка, посмотрим сейчас. Главное, нас, чтобы никто не шатнул. Ну-ка. Пусто. 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 Дальше идем. Во, замок. Аша, посмотрим. Замочек, замочек. Ошалеть, инженерные исследования. Посмотрите, какие вкусняшки тут. Слушай, а мы здесь сейчас с перевесом просто охереем. Ладно, эти руины не буду зачищать. Вот катана без субы здесь есть у нас. У меня уже есть перевес. Даю знать, где нахожусь. А сколько это килограмм? А, ноль. Это 0 кг. Хорошо. Посмотрим здесь. Ничего нет. Ладно. Мы сюда вернемся, ребят. Мы сюда вернемся обязательно. Эти руины обязательно надо будет зачистить. Идем дальше. Знаю, вот делаем ставки, выживет наш боец под названием Шатун или нет. Железный шлейф. Уже следующая получается равнины каннибалов. Я пока вообще опасности никакой не вижу. Я уже говорил вам, да, что я здесь пробегал, разведкой занимался. Нашел столицу людоедов. Обнаружили деревню какую-то. Ну-ка, давай деревню посмотрим. Давай, бро, в деревню. Быстренько. И я... Опа-по-по-по-по-по. Тихо, опасно. Кто это такие? Это люди простые? Ёпты. Это же людоеды. Ну-ка, давай сейчас их... Потеребунькаем. Уничтожить всех. Поехали. Кстати, я мажу. Ботинки оденем. Оденем ботинки. Ошалеть. Я мажу по ними. Жестко мажу.
Ускорим время чуть-чуть. Как вы думаете, затащит, нет? Смотрим, наблюдаем, как он дерется. Он тащит. В соло. Их очень много. Мы просто в деревню людоедов, ребята, пришли. Это еще не столица людоедов, это деревня людоедов. Как хорошо он их разматывает, посмотрите. Кровище просто жесть. Но он пропускает очень много... Блин, он в живот получает жестко. Сколько защита? 65. Скоро 66 будет. У ворот 46. У ворот, кстати, тоже качается. Несмотря на то, что я очень тяжелым оружием. Падающее солнце. Ну, такое себе оружие, кстати, кто-то говорит. Но мне понравилось. И ловкость у нас прокачивается тоже. Но у них вмазывает прям. 45 плюс 42 урона. Посмотрите, ребят, какой урон просто невероятный. И он довольно часто отбивается. Но я не вижу, чтобы отлетали куски. Прям жестко. Как жестко мы получаем. У нас живот, грудь. Грудь и живот. Вот это самые такие болючие места. Вот они как раз туда и попадают. Они бьются тесаками. Тесаки не так сильно вызывают, конечно, кровотечение. Но нормально. Блин, мы сейчас получим людей. Может быть, не стоит ускорять время? Говорят, что когда ты ускоряешь время в Кенши, по тебе больше попадают. То есть какие-то алгоритмы нарушаются и все. Кто-то, ну это не точно. Это так, знаете, предполагаю. А, шале, вот это у тебя же залетел. Жестко. Короче, если мы сейчас проиграем, нас будут жарить. Живьем. Кушать. Понимаете? А вторая игра еще автосохранилась. Спасибо, игруля. Ты просто невероятно. Ну-ка. 66, да, у нас уже защита. Да, 66. Ловко 67. Скоро будет 68. Сила 68 тоже. Ну, 80%. 68% и 80 уровень. О, тощие. Тощие пришли. Тощий людоед. Ну, они очень тощие. Они прям с одного этого умирает. Итак, у нас живот 35. Надо было все-таки шеки. Хреново вам, ребят. Ребята, говорит. Шатун. Шатун им говорит. Хреново, говорит, вам, ребята. Согласен. Осуждать даже не буду. Согласен. Давай. Шатун. Ай, шатун шатает. Красавчик. Смотри, там кто-то ползет. Видите? У него увечья. Опа, нога отлетела только что. У кого-то видели там? Нога только что отлетела. Ошалеть. Ай, люблю. Ай, люблю. Подкопаешься по-братски. Давай. Хорош. Шатать всех. Хорош. Молодец. Во, минус. Минус нагана. Кто там еще пришел? Деревню мы зачистили, ребята. Слушай, а он затащил. Кто там писал, что типа я не затащу? Затащил, ёптать. Еще ногу отлетела. Нога чья-то отлетела. Хера тут как ножки отлетают. А шалеть, рука отлетела у чувака. Ку-ку, ёпта. Вот так вот. Ощущаете, как вы режете чуваков? А они еще хилятся, смотрите, а? Вот козлиный. На нахер. Еще ножка отлетела. Да, они хилятся, посмотрите. Давай, отхиляйся. Еще кто-то пришел. Добить. Догнать и обоссать. Молодец. Тощий пришел, смотрите. Минус. Мертвый. Тощего я просто херанул. Итак, давай посмотрим, что здесь у нас есть. Нам будет чуть-чуть переночевать бы. Немножко. Скрытно сделаем. Ну, коты. Хорошо. Ну, такое себе. Давай ложимся спать. Нужно немножко живот отрегенить. Благо, что здесь есть спальники. Конечно, спальник это не то.
например, как просто кровать, да, а спальник это, ну, чуть меньше. Ну, тоже регенерирует, когда ты спишь и все такое. Лучше под открытым небом. Нормально. Невероятная атмосфера. Смотрите, ребят, мы решили переночевать почти в логово людоедов. Вот в реальной жизни. Ты бы это сделал, брат? Вот ты смотришь это видео. Я бы нет. Я про себя говорю. Я бы нет. Ну его нахер. Так, главное, чтобы нас никто не заметил, потому что если сейчас кто-то заметит, он просто молча придет и возьмет меня в руки. То есть похитит, понимаете? Поэтому нужно это тоже учитывать. Мы почти добрались до места назначения. Кстати, здесь у нас очередная старая деревня какая-то, скорее всего, заброшена. Но нам нужна именно столица людоедов. Я надеюсь, получится сейчас забрать главаря людоедов. Если нас, конечно, там не убьют. Но я думаю, будет все нормально. Я надеюсь на это дело, по крайней мере. Хотя у нас здесь есть матрас, блин. Опа, подожди. Мы уже дошли. Мы уже дошли, ребята. Ну-ка, давай посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько их тут много. Ошалеть. Спрятаться. Нам надо главаря найти. Где он? Вот этот? Нет, это просто людоед. Это просто людоед. Смотрите, ребят, какие тут ужасные зрелища. Все в крови. Клетки в крови. Офигеть. Вот это жесть, конечно. Еще с колючей проволокой. Охеренно просто. Романтика! Просто романтика. Вот в этом месте самое такое вот классное место, где предлагать свое сердце, да? И любви. Да. Ну ладно, поехали. Шатаем. Ну чё, ёпта? Ку-ку, ёпта. Как вы думаете, затащим, нет? Уничтожит всех. Поехали. Пошел первый. Ага, молодец. Ой-ой-ой, какой урон. Какой хороший урон мы наносим. 48 плюс 45. Так, что у нас по прокачке? 68 уже атака. По нам пока еще ни разу не попали. Ускорим время. Сейчас, наверное, скоро будет попадать. Есть такой посыл. Такие слухи, что когда ты ускоряешь сильно время, типа, тебе жестче попадают. Очень жестко попадает. Ну, как бы чаще попадает. Но это не точно. Не знаю, напишите свои предположения в комментариях. Да. Будет классно, если мы сейчас здесь просто пойдем и нас по кусочку будут расчленять. Бип нам не поможет, а остальные ребята наши просто далеки. Слишком далеко от нас. Ну, и они тоже нам не помогут, потому что они слабенькие. Их тоже надо будет прокачивать. Ну, на них у меня есть отдельные планы. Блин, по грудаку жестко попадают, я вам скажу. По животу еще ни разу не попали, а по грудаку попадают. На них у меня хорошие планы. Создать какую-то базу, и там они уже будут потихонечку прокачиваться под пересмотром шатуна. Как раз к тому времени шатун у нас очень хорошечно прокачается. Прям хорошечно. Защита 66. Но все-таки, блин, вот по грудаку жестко попадают. По ногам, по рукам, по голове один раз попали. Да, будет жестко, если мыслить... Блин, что-то их много стало. Смотрите, ребят, очередь какая. А? Какая очередь жесткая. Но я главаря не вижу. Я не вижу главаря. Падающее солнце, кстати, более-менее так... Ну, нормально себя показывает, я вам скажу. И отбиваемся хорошо. И урон хороший наносит. Многих мы тут уже положили. Смотрите, какая кровища, просто жесть. Ускоряем. Ну, я думаю, по ускорению зря мы нас сделали. Так, подожди, я вижу кого-то. Вот он. Вот он, великий шаман. Вот он, вот его надо. Вот его нужно, ребята. Вот его нужно. Может быть, его как-то вырубим и Себастьян устроим. Они нас догонят, потому что у нас будет перевес. Я же его буду в руках таскать. А он тяжеленький. В нем мяса много. Он мясо любит. Человеческое мясо он любит. Поэтому он такой, знаете, упитанный. Хорошо прям всех. За свой рацион. Следит за своим рационом. Хе-хей. Так, ну, блин. Нас могут вырубить. Хотя, смотрите, они пока... Ходу заканчивается. Но если сейчас он вступит в битву, скорее всего, мне сейчас надают лечи. Сколько у него характеристики? 43, 50, ловкость 35. Минус 15, да? У ворота вообще нет. А у нас у ворот
У нас у ворот минус 40. У ворот 7 всего лишь. Да, нужно у ворот качать тоже. Это, знаете, такое вот как уклонение в Black Desert Online. Молодцы. Молодцы, давайте. Ребята, у вас плохие, походу... Плохое будущее, ребята, у вас. Я вас шатаю. Или нет? Что-то... Ой-ой-ой, ножка полетела, смотрите, какая вкусненькая. Порошечно. О, шалит, еще одна ножка полетела. Вот она, смотрите. Ой, автосохранение. Вот она. Ой-ой-ой, упала. Порошечно прямо, а? Порошечно. Ускоряем время, а то, мне кажется, целая вечность будем сейчас мы с ними биться. Че, ребята, ставим ставки. Грудак у нас уже 39. И он ухудшает. 40. 35. В смысле 35? Было 39, стало 35, потом 40. Непонятно. А, она же регенерируется потихонечку, да? Офигеть, сколько тут толпа просто жесткая. Так, а защита 66, у ворот 46. Ловкость 68. Надо ловкость больше качать. Сила 8, 76%. Блин, по грудаку ж, сука. Прямо они в грудак целятся. Знаете, что мое слабое место — это грудак. Сейчас меня вырубят, походу. Скорость какова у меня? 23. В принципе, у меня есть сейчас шанс с Себастьяном сделать, перевязаться. Поехали. Просто Себастьян делаем и перевяжем. Поехали. Так, быстро перевязка. Давай, не тупи, братан. Так, вот сюда. Поехали. Быстро перевязка. Давай еще раз. Быстрая перевязка. Еще раз. Римас, не выкай. Быстрая перевязка. А теперь размотать их. По грудаку попали, сука, жестко. Вот этих вот сейчас размотаем и, наверное, этот. Спать пойдем. Спать пойдем. О, хромой идет, смотрите, хромуля идет. Хромуля идет. Хорош. Хорош. 37 плюс 36 урона. Урон, кстати, уменьшается. Как только меня этот сильно так, знаете, давят, у меня урон уменьшается. Боевые характеристики, к сожалению, падают, когда у тебя сильные ранения. Блин, сейчас меня уложат. Так, надо Себастьян делать. Себастьян. Что-то мы, походу, не тащим катку. Меня уложили только что, взяли в руки. Ух. Да, сейчас посмотрим, что будет. Храмуля. Храмуля. Кровотечение у тебя, храмуля. Отпусти по-братски. Сохраним. Для полноты ощущения. Рима, зря ты сохранился. Слушайте, мне кажется, я зря сохранился. Давай, врывайся. Как вырваться, а? Он же автоматически вырываться должен. Давай, вырывайся по-братски. Ну, давай, давай. Грудак. А, его лечат. А меня будете лечить? Не, меня они не лечат, суки. Кстати, оружие они не забрали? Нет, не забрали, нормально. Давай, быстрее. Так, они меня сейчас в клетку, походу. Я сегодня буду их ужином. К черту, ты шутишь, что ли? Я буду их ужином. Первая помощь. Так, взлом. Сбежать. Черт, побери, помогите. Беги. Так, ты подраться хочешь? Да, да, я хочу подраться, давай. Блин. Все, давай быстренько этот. Скрытность. Увидели. Себастьян. Просто включаем Себастьяна и идем дальше. Скрытность есть. Хорошо. Итак, давайте разобьем здесь лагерь. Костер неподалеку. А, подалеку не получится, да? И спальник суды. Чтобы знать, где лагерь находится у нас. Ну, этот, перекантуем. Да, ребят? Перекантуем немножко. Грудак себе восстановим. Все такое и тому подобное.
Ждем. Конечно, мы можем сейчас просто, знаете, втихую забрать его в плен. И все. Но это неинтересно. Нам надо со всеми рассчитаться, расхерачить всех, полутать, посмотреть, что у них там за вкусняшки такие и все такое. Идем просто прям вот открыто идем. Открыто прям идем. Они уже с кем-то херачатся. Кстати, где он сам находится, этот так называемый шаман? Опа! Хеп! Тихоохотники тут, смотрите, с ними дерутся. Пойдемте поможем, подсобим ей. Поехали. Смотрите, тут... О, бледные техохотники тоже. Атаковать всех. Поехали. Подсобим им. Надо с техохотниками. Ой-ой-ой, как ножка отлетела прям. Ошалеть. Давай его. Первую помощь. Пикалдык. Че там? Че там? Пусть пока дерется. Я хочу посмотреть, кто тут находится. Техохотники, смотрите, тут ходят. А, здесь... Здесь можно с ними пообщаться. И не могу пообщаться с ними. Ладно, давай, расшатаем. Смотри, ну, это нормально. Нормально то, что у нас есть какая-то поддержка. Хорош! Превосходно. А куда ты побежал? Подожди. Нам сюда не надо, нам туда надо. Где главный? Я не вижу главаря. Вы видите главаря, ребят? Может быть, он где-то валяется. Кстати, возможно, его взяли уже. Нам надо перехватить инициативу. Тут все скомы до поправки. Опа, награда 10 тысяч. Вождь какой-то. Награда 10 тысяч, но это не он. Ну-ка посмотрим. Что за вождь-то? То у него есть вкусняшки какие. Так, это выкидываем. Это выкидываем. Пусть этот вождь пока в клетке посидит. Где тут у нас ближайшая клетка? Клетка, клетка, клетка. Блин, ночь нихера не видно. Римас, ночь не снимай. Давай его посадим в клетку. Посиди-ка, тут хороший пацан. В клетке. Не, наш клиент, походу, где-то уснул. Их перебили, пока я там отдыхал, к великому сожалению. Ладно, будем искать. Там кого-то жрут, ребята. Кого-то жрут там. Вот он наш красавец. Все, битва пошла. Вот он. У него, кстати, это, нагрудник святой нации, да? Да, вроде. Давай, один на один. Хорош. Мы его ошеломили. Еще раз. Сейчас он вырубится. Есть. Наш пацан. Лунный тесак. Ну, пойдет. О, нагрудник, кстати, у него, да. Давай его полечим и поднять. Сейчас вы залечите его по-быстрому. Вот этого отпустить надо. Вскрыть замок. Сломать силой. Нет. Ладно, отпустить его. А что, не могу вскрыть замок? Во, есть вскрыть замок. Есть. Все, давай. Выходи. Так, поднять его. Этого гниду надо поднять. Ну все, браток. Я тебя отпустил. Так, и надо помочь. Охотник за людоедов. Когда мы им помогаем, улучшается отношение. Освободить. Что ты не хочешь освободить? Я что-то не понял. А что это не работает? В норме. Тихий нокаут. 6 для пленных. Первая помощь. Так, нам надо все-таки помочь этому охотнику. Все, беги, братан. Он без сознания. Ну-ка, полутаем его. Не, не надо его лутать. Ладно, все, он без сознания. Я думаю, мы им помогли хорошо. Ну че? Подеремся еще, да, ребят? Давай подеремся еще. Атаковать всех. Нет? Вот этих добить надо. Хорош. Хорош. Прекрасно. Идем дальше. Кстати, когда в здании я оказываюсь, я автоматически беру второе оружие, катану. Игра это учитывает. Потому что с большим оружием там штраф на 6, кажется, или на 4. На 6. Штраф в здании. Первая помощь. Все, охотники. Стелс тут еще ходит. Ну что, одеваем тапки. Идем к шекам. Нам надо к шекам идти. Подожди. Как можно уменьшить? Бутергроб берем, это берем, это берем. Вот так вот сейчас сделаем. Сейчас посмотрим, ребят, сможем ли мы. Вот сюда. 5 кг. Ну, вроде бы сможем. Сколько? 1 кг, здесь 2 кг. Во. Ну, более-менее легче стали, да? Итак, сохраняем игру. Идем к шекам. Прям в Адмак, либо в Скуин. В Скуин, наверное, да, лучше? Поехали.
Вперед! Какова наша скорость? Наша скорость... Слушай, нормальная у нас скорость. 24 мили, ребят. Нас хрен кто догонит. Просто берем этого чувачка и сдаем его за 40 тысяч шейкам. Ну-ка посмотрим, кому можем сдать. Королевство шейков 40 тысяч, союзные города, либо святая нация. Но наша задача, конечно, добежать до королевства шейков. И мы это сделаем, если, конечно, мимо города не будем пробегать. И там гарпуном нашу попку не захерачит. Смотрите, что там летает. Прикольно, да? Ладно, бежим дальше. Подходим мы к городу Скуин. Покажи свои вещи. Показывай. Спасибо. Проверка вещей только что была. Итак, нам надо... Да, в полицию идти. Так, задачу отключаем. А то он там хочет скинуть ресурсы. Нам надо идти в полицию. Но перед тем, как его сдавать, нужно его раздеть. Естественно. Естественно. Так, 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 так. Подожди, этот тесак, как бы его снять-то, а? Слушай, его снять трудно будет. Поехали пока в дом. Доберемся в дом. Вот сюда. У нас тут есть домик. Я вам сейчас покажу. В домик закидываем. Вот это. Потом. У меня уже второй тесак есть такой, да, кажется? Похоже. Так, и это забираем обратно. Ну, вроде бы как-то так. Все, мы вроде бы все сделали. Вот это вот закинем тоже, а то перегруз прям жесткий будет. Еду можно выкинуть сюда. Вот это вот забрать. Сколько он весит? 2 кг. 2 кг. А что тут у нас есть? О, вот это вот тоже закидываем. Конечно, конечно. Все. Все, теперь его можно сдавать. Поехали. 40 тонн получать. И посмотрим, сколько мы к шейкам улучшим отношения. Надо посмотреть, сколько у нас вообще отношения к шейкам. Королевство шейков плюс 6. Даю знать, где я нахожусь. Поехали. Все, мы его раздели полностью. Да, полностью раздели. Осматриваю тело у вас на плече. За наградой пришел? Ага. Передать преступника. Получаем 40 тонн, господа. И он его забирает куда-то наверх. В тюрьму. Превосходно. Превосходно. Надо посмотреть также. Фракция шейков 8. Было 6, стало 8. Короче, по 2 очка. По 2 очка. Если мы будем сдавать, мы будем получать. Но ходят слухи, что у шейков есть какой-то враг. Я не помню, как его зовут. Напомните мне в комментариях. Если мы его поймаем и сдадим, будет намного больше. Кстати, вот этот домик можно купить тоже. Сломанный. Все. Знание приобретено. И мы получим 100. Что-то там связано с дочкой королевы шейков или короля шейков. Что-то там такое. Эта дочка у нас будет с нами ходить на нашем отряде. Вот. И по поводу безымянных. Я все забываю про это дело. Шатунцы. Вот так вот. Вот. Шатунцы. Кстати, описание можно как-то сделать? Нет? Наша фракция называется шатунцы. Что-то я не понял. А, отряд. Да, вот, безымянные, да, шатунцы. Шатунцы. Вот здесь вот надо. Все, шатунцы есть. Мы можем создавать другие отряды тоже. И тому подобное. Играйте в хорошие игры. С вами был Римас. Пошел и отдыхать. Всем до скорых встреч. Всем пока.